Переверните ноутбук и открутите все винты на нижней крышке. Для разборки вам понадобится отвертка Philips 1 и пластиковая лопатка. В описании под видео оставлю ссылки на все необходимые инструменты для разборки. Если вы еще не разобрались в типах накопителей, в описании оставлю ссылку на видео, где провожу разъяснение, в чем различие М2 накопителей с другими типами.